Раз, два. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу вас занять места в нашем зале. Большое спасибо, что в разнообразной и содержательной повестке салона вы выбрали нашу панельную дискуссию. Мы надеемся вас не разочаровать. Тем более, что она посвящена, как мне кажется, самому главному вопросу и для дополнительного образования, и для любого другого сектора, вопросу о педагогах, об их профессиональном развитии, об их возможностях. И для дополнительного образования, я думаю, эта тема, наверное, сегодня более актуальна, чем для какой-нибудь не было другой группы. Потому что мы знаем с вами, что уже на протяжении нескольких лет разрабатывается по поручению президента национальная система учительского роста. Затем она была названа национальной системой роста вообще работников общеобразовательных организаций. А вот про условия для профессионального роста, для карьерного роста, для развития работников дополнительного образования мы слышим не так часто. А на самом деле, я думаю, согласитесь, это очень важно. Но вместе с тем ситуация в нормативном обеспечении деятельности педагогических работников дополнительного образования тоже продвигается. И мы с вами сегодня попробуем поговорить с нашими уважаемыми спикерами, я рискну сказать, наиболее компетентными среди российских спикеров по этому вопросу, о профессионалах в системе дополнительного образования, о требованиях к их квалификациям, об инструментах оценки их квалификации, о тех условиях, которые должны быть созданы для педагогов, для того, чтобы у них эти компетенции были сформированы и успешно реализовывались в работе с детьми. Меня зовут Сергей Косарецкий, я руковожу Центром социально-экономического развития школы в Институте образования Высшей школы экономики, и я хотел бы представить наших уважаемых спикеров. Ангелина Викторовна Золотарева, ректор Ярославского института развития образования, руководитель группы по разработке профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Татьяна Сеславна Бережная, методист и преподаватель «Алгоритмика». И Лариса Семеновна Львова, руководитель ресурсного центра дополнительного образования художественной направленности Всероссийского центра художественного творчества. Уважаемые коллеги, я бы хотел вот начать с профессионального стандарта. Это не будет главной темой нашего обсуждения. Мы фактически, как вы видите по анонсу, хотим поговорить о том, что будет дальше, после того, как стандарт утвержден. Но мне кажется, для педагогов системы образования, дополнительного образования Башкортостана, очень важно объективно быть в курсе той ситуации, которая завершилась, в общем-то, продолжительная и непростая работа над стандартом педагог дополнительного образования детей и взрослых. И я, воспользуюсь случаем присутствия здесь вот федерального эксперта и ключевой фигуры в разработке стандарта Ангелины Золотаревой, хотел бы попросить ее откомментировать, собственно, вот что происходило на последнем этапе и на чем успокоилось или должно успокоиться сердце педагогов дополнительного образования. Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. На самом деле 28 августа последний, второй вариант профстандарта утвержден в Минюсте, и он, собственно говоря, вступил в силу. Но я хочу отдать должное все-таки первым разработчикам. Наш стандарт разрабатывал Федеральный институт развития образования, и вся содержательная часть связана с трудовыми функциями, обобщенными трудовыми функциями. Она разработана очень хорошо, она соответствует адекватно содержанию нашей деятельности. Поэтому эту часть мы в основном не трогали, только в некоторых корректировках. Самое большое изменение было связано с тем, что в первом профстандарте очень жесткие к нам были требования предъявлены к уровню образования, к уровню квалификации, к набору должностей, к стажу работы. И фактически получалось, что более жестко даже, чем к учителю. И поэтому было очень много обращений, и мы с командой Министерства образования отвечали на эти обращения людей, руководителей, особенно работодателей, как им вести себя, как быть, потому что любая инспекция по труду могла создать ситуацию, что увольнять людей надо. А профстандарт – это не повод для увольнения людей, это повод для того, чтобы позволить помочь человеку приобрести квалификацию, которая сегодня государством требуется. Поэтому вот в этом втором варианте
мы вместе с профсоюзами, хочу сказать, второго нашего партнера, спасибо огромное профсоюзу образования всероссийскому, мы часть требований очень сильно ослабили для того, чтобы на самом деле вот спектр возможностей творческих у педагога оставался. Там очень много «или». Там педагог сегодня должен иметь, ну, в любом случае, или высшее, или среднее специальное образование, потому что закон образования не позволяет без этого образования работать, поэтому пока мы много говорили о студентах, студенты, не закончившие или среднее профессиональное, или высшее учреждение, они не могут работать. Но или высшее, или среднее специальное, и дальше через «или», или группа педагогических специальностей, то есть он должен иметь педагогическое образование, или по профилю деятельности. То есть здесь не обязательно, что все у него было, да, и вот как бы по-другому он работать не может. Огромная роль работодателя, руководителя организации понять, что надо человеку добрать в своем образовании. И он решает, надо ему получить еще профильное или не надо, надо ему получить еще педагогическое или не надо. Поэтому после трудоустройства там написано, что он может, собственно говоря, дальше свою квалификацию повышать через программы дополнительного профессионального образования. Там нет переподготовки. Он может курсами разными добрать, если вы считаете, что ему это надо. А в остальном, в принципе, вот он уже сегодня, даже не только в образовании, но и в культуре начал действовать. Он на самом деле дает возможность работать с нашими кадрами нормально, поэтому смотрите, осваивайте. Я думаю, что сердце-то педагога не успокоится, но будет работать. Спасибо. Спасибо большое, Ангелина Викторовна, за этот комментарий. Мне кажется, он очень важен и полезен. И особенно ваш акцент на том, что действительно профессиональный стандарт, он должен ориентировать даже не только педагога в том, какие компетенции ему нужны, какие трудовые функции, сколько тех, кто создает условия для профессионального роста и развития педагога. И мы сегодня будем говорить преимущественно об этом. Ведь я думаю, что вы все согласитесь с тем, что для педагога дополнительное образование не меньше, чем для педагогов школ или педагогов дошкольных организаций, должны быть созданы условия для карьерного роста, и что хорошо бы подумать и о своего рода системе профессионального и карьерного роста. Но это мое предположение. А что думаете вы сами? Вот можно я задам вам вопрос. Кто из присутствующих считает, что для педагогов дополнительного образования нужно создать тоже на национальном уровне систему профессионального и карьерного роста? Поднимите руки, пожалуйста. Кто с этим не согласен? Нет таких. А вот когда мы провели вместе с Ангелиной Викторовной Золотаревой и ее командой опрос педагогов в масштабе страны, порядка двух десятков регионов в этом приняло участие. Будьте любезны, включите презентацию. Сейчас мы попросим. Нас как-то слышат или видят. Ага, замечательно. Мы задали вопрос, считаете ли вы целесообразным введение в сфере дополнительного системы профессионального карьерного роста? Чуть больше 60% сказали, что да. И довольно большая часть, порядка 29%, сказала, что не затрудняются ответить. Она выбрала такой вариант. Не для всех пока. В первую очередь понятно, что за этим может стоять. Ведь когда у нас что-то новое вводится на федеральном уровне, да, согласитесь, не всегда с этим связываются оптимистичные надежды, даже если по названию это может нести пользу. Когда мы спросили, а с чем в первую очередь связано понятие «карьерный рост педагога дополнительного образования», то на первом месте, обратите внимание, это, конечно, рост профессиональной компетенции. Действительно, карьерная лестница должна быть связана с тем, что у человека появляются новые компетенции, новые возможности для их реализации. Но очень важно, и наш опрос это отражает, больше половины опрошенных сказала, что увеличение заработной платы должно сопровождать карьерный рост. Потому что будет выступать стимулом для участия в программах повышения квалификации, для самообразования, как несоответствующее вознаграждение. Когда мы попробовали примерить к педагогам дополнительного образования похожую модель, как сейчас разрабатывается применительно к школам, а именно варианты, связанные с траекториями педагогического роста, методического роста, административного роста, и спросили, какая из возможных траекторий наиболее полезной кажется нашим респондентам, то большая часть, конечно, сказала, что это педагогический рост.
освоение полного набора трудовых функций, профессионального стандарта, получение следующей профессиональной категории, но довольно большая часть считает, что это и методический рост. Методический рост, то есть возможность выступать в качестве ментора, наставника, помощника в разработке программ. И почти треть педагогов сказала, что они ориентированы в значительной степени на административный рост, получение новых должностей уже по административной лестнице. Когда мы спросили, на что влияет на развитие карьеры педагога сферы дополнительного образования, мне кажется, этот вопрос очень интересный был, а еще интереснее был ответ. Самообразование педагога. Педагоги сказали, что в первую очередь их самообразование, их собственные усилия в наибольшей степени влияют на развитие их карьеры. И только затем следующим пунктом шло профессиональное развитие в рамках программ повышения квалификации. Когда мы спросили, необходимо ли введение новых педагогических должностей, подобных педагогу-наставнику, педагогу-методисту, мы опять-таки видим, что здесь проявилась некоторого рода осторожность. Далеко не все педагоги разделяют целесообразность введения новых должностей. И у нас в этом плане действительно существует дискуссия, в том числе с участием профсоюзов, которые сегодня упоминались, что не обязательно систему профессионального роста выстраивать через линейку новых должностей. Я думаю, что мы к этой теме еще обратимся. Что же препятствует получению более высокой квалификационной категории, что сегодня становится барьером для профессионального и фактически карьерного развития, это опять-таки отсутствие финансовых стимулов для большинства тех, кто принял участие в опросе. Ну а на следующем этапе это сложный, следующей позиции сложный бюрократический порядок аттестации. Через что же, через какой инструмент оценки квалификации и компетенций, по мнению педагогов, в наибольшей степени целесообразно обеспечивать карьерный рост? И вы видите, что здесь не система аттестации, она заняла только второе место, по мнению респондентов, а внутриорганизационные процедуры, эффективный контракт, индивидуальное портфолио и самообследование – ключевой инструмент для поддержки карьерного роста. Ну и, наконец, мы впрямую спросили, а как относятся сегодня педагоги дополнительного образования к существующей модели аттестации? Позволяет ли она объективно оценить их квалификацию? В некоторой степени, сказала нам 42% педагогов, а в полной мере треть почти, 31%. То есть в целом система аттестации, по мнению тех, кого мы спросили, она соответствует задачам поддержки карьерного роста, оценки квалификации, но обратим внимание на следующий слайд, он еще более рельефно про это говорит. Существующая модель аттестации не способна в полной мере для большинства обеспечить реальный карьерный рост педагогов дополнительного образования. Вот такие оценки мы получили в опросе, и мне кажется, это хороший тоже материал для нашей дискуссии. И я хотел бы обратить свой вопрос к Ларисе Семеновне. Лариса Семеновна специалист не только в системе дополнительного, а по широкому вопросу как раз связан с нормативным обеспечением процедуры аккредитации, аттестации, экспертизы. Ларисе, каково ваше мнение? Вот сам инструмент аттестации, вы знаете его историю, вы знаете практику его реализации, в том числе в разных регионах. В какой степени в нынешней ситуации этот инструмент адекватен задачам поддержки карьерного и профессионального роста работников педагогического образования в условиях принятия нового стандарта, в условиях разнообразия новых организационных моделей? Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Вы знаете, уважаемые коллеги, сегодня ситуация с аттестацией и профессиональным ростом педагогов дополнительного образования никак не может рассматриваться как отдельная история вне национальной системы учительского роста. Она даже, вот как сказал Сергей Геннадьевич, сейчас преобразуется для всех должностей педагогических работников. Это во-первых. Во-вторых, как говорила Ангелина Викторовна, вот этот постепенный переход к профессиональному стандарту, он должен нас всех переориентировать на четкое понимание трудовых функций, трудовых действий, их вот этой вот буквальной, да, перечисленности. Ведь сегодня мы с вами работаем, педагоги дополнительного образования, как и учителя, по единому квалификационному справочнику. Да? И там есть только требования к чему? Требования к образованию, к квалификации и к опыту и к стажу работы. И это совершенно две, ну вот такие разные совершенно две модели.
И сегодня, когда педагогический работник выходит на процедуру аттестации, а вы все выходите, правильно? Это такое общее требование, то процедура аттестации превращается в процедуру накопления, описания, представления разного рода документов, отражающих процесс, да, и какие-то достижения самого педагогического работника. Переход национальной системы учительского роста выстроен абсолютно четко на связь с результатами образования и качеством образования обучающихся. И в этом прямая совершенно связь. Что можно представить по качеству образования. А уже потом все остальное, то, что может касаться еще каких-то оценочных достижений самого педагога. Педагога, ну, на сегодня, да, можно рассматривать оценку деятельности педагога и его, так сказать, вкрапление, его вклад в деятельность учреждения. Рассматривается сегодня только, ну, в рамках там режимов аттестации там, и каких-то проверок. Только в двух частях. Это аттестация самого педагога. И когда идет, ну, какая-то проверка самого учреждения, где, собственно говоря, сам педагог в этом процессе не участвует. Я хотела бы вам показать несколько таких, знаете, конкретных фактических некоторых элементов, на которые мы будем ссылаться и можно ссылаться для понимания того, как постепенно система дополнительного образования в части педагогических работников может встраиваться и будет встраиваться в общенациональную систему. Эту презентацию, в которой я использовала открытые, публичные, опубликованные данные Рособорнадзора, РАНХИКСа и Центра образовательной политики Эврика, на которые мы можем ссылаться, потому что это есть интересные данные, которые, ну, в общем, общедоступны и общеприменимы. Вот посмотрите, пожалуйста, по данным Рособорнадзора, сегодня при процедуре аттестации будут оцениваться компетенции педагогов. И если у учителей оцениваются предметные знания, психолого-педагогические компетенции и компетенции, которые связаны с и реализацией программы сопровождением, то вопрос, а что будет оцениваться в содержании у педагога дополнительного образования? И возможно возможно ли применение каких-то единых, классифицированных, стандартизированных форм? Хотя они, конечно, будут создаваться, и, наверное, об этом будет стоять вопрос. Посмотрите, если мы будем говорить о педагоге доп. Образования по аналогии с учителем, да, то вот что проверяется у учителей. Еще раз повторяю, предметная методика преподавания и психолого-педагогические компетенции. Значит, первые пилотные проверки вот этих стандартизированных форм показали очень невысокие результаты у учителей, да, и в предметных знаниях и так далее. Это пилотные результаты, которые вывешены на сайте ФИОКа и Рособорнадзора. И они на самом деле отражают вот какую-то такую сегодняшнюю неготовность вообще педагогических работников входить в режим аттестации с применением стандартизированных форм. И даже когда мы в Сириусе задали вопрос учителям-предметникам, лучшим в стране, которые олимпиадников подготовили, готовы ли вы писать ЕГЭ как элемент процедуры аттестации, они сказали нет, потому что подготовить к ЕГЭ и написать его самому — это две разные компетенции. И поэтому вот эти инструменты, ну, как показывает практика, не совсем применимы напрямую, а в такой тонкой сфере, как педагог дополнительного образования, тем более. Я не буду останавливаться на выводах Рособорнадзора, а я хочу сказать о проекте «Учитель будущего», на который планируется потратить свыше 13,5 миллиардов. Смотрите, уважаемые коллеги, вот мы с вами здесь находимся, в этой аудитории. Наш средневозрастной ценз приблизительно 45 лет, да?
ну так, в среднем. Новый федеральный проект, он будет нацелен на поддержку и продвижение молодых. И тогда получается, да, вот такой некоторый перевес возрастной, он с чем связан? Ну, никак не с барьерами возрастными, а просто с установкой на те гибкие компетенции, быстрые реакции, быстрое накопление, стремительное обновление, которое сегодня нужно учителю, а и, соответственно, педагогу дополнительного образования. Сергей Геннадьевич, помните, когда мы с вами были в разных регионах и говорили об обновлении содержания образования, перестройке программ на софт-компетенции, на востребованные, ну не вообще там гипотетически, а востребованные работодателями, крупными, в том числе госкорпорациями, то мы с вами получили очень негативный эффект, потому что ну, мы не готовы сегодня взять и перестроиться на эти гибкие компетенции. А задачи нового образования, они связаны с тем, что это нужно делать стремительно и не подвергать никакому сомнению. И предполагается, что новое поколение, которое владеет прежде всего цифрой, готово к этому всегда. Что касается повышения квалификации и аттестации, да, предполагается, что это будет вот в таком непрерывном каком-то процессе и все время с элементами, связанными с непосредственными результатами обучающихся. И для этого не надо собирать никакие документы. Они будут представлены в цифровом пространстве вот такими цифровыми следами. Вот смотрите, такие задачи, как охват, вот эти цифры, да, вовлеченность вот массовую, вот эти количественные показатели, они для чего нужны? Это значит, что вот через это количество детей, которых мы ведем, мы должны показать результаты. Количественные в том числе этих детей, которых мы ведем. Сегодня ведь мы так не думаем. У нас сегодня в учреждениях доп. Образования есть некоторая подмена понятий. Мы под результативностью педагога подразумеваем результативность учреждения. И этим, вот именно этим закрывается отчасти аттестация. Я всегда сопоставляю данные Высшей школы экономики и РАНХИКСа, потому что это два крупных научных центра, которые ведут мониторинговые статистические данные. И в данном случае я ссылаюсь на лабораторию Татьяны Львовны Кличко, которая тоже ведет вот эту статистику. И у нее, ну, в РАНХИКСе, очень довольно ровные сведения, которые коррелируются с данными, которые вот непосредственно осуществляются под руководством Сергея Геннадьевича. Посмотрите, пожалуйста, вот все статистические данные по развитию профессиональной карьеры, в каких должностях себя видят педагоги, они вот тоже приблизительно в таких же плавающих цифрах. Прежде всего, посмотрите, в основном это, если говорить о профессиональном и карьерном росте, педагоги видят себя педагогами или методистами, потому что переход на позицию руководителя или там завуча – это другая должность, которая тоже по-другому, нужно на нее проходить аттестацию и проходить всю вот эту процедуру. И все средние показатели по тому, что касается профессиональной карьеры, они тоже где-то вот приблизительно вот среднестатистически где-то так вот варьируются. Что привлекает молодых учителей в школе, в частности, да? Посмотрите, пожалуйста, по 2018 году эта колоночка розовая. Это относительно высокий статус, все-таки где-то здесь, да? Нет опасения потерять работу и интересная работа и режим. Повышение квалификации у всех приблизительно равное, потому что раз в 3 года каждый педагог обязан это сделать. Очень интересные данные Эврики по тому, как прогностически это видится в будущем и как это будет меняться. Я хочу вас обратить ваше внимание вот на этом слайде. Посмотрите, пожалуйста, вот слева, как будет и как должно быть. Квалификационные категории должны отражать рост компетенций. И сегодня
как показывает анализ, устаревшая система аттестации, ригидность учительского корпуса и нерелевантность квалификационных категорий, потому что они все формируются накопительным способом не по результату деятельности, а по опыту, по накоплению опытности и количества сертификатов, ну, подтверждающих каких-то документов о том, где был, что видел, что делал тот или иной педагог. И мы с вами к этой системе сегодня привыкли и не готовы, уважаемые коллеги, чтобы нас оценивали по компетенциям, потому что мы не знаем, как их измерять и так далее. И, наконец, вот последние два слайда. Значит, здесь вот наглядно показано, что сегодня нам очень будет трудно перестроиться на новую систему аттестации и повышения квалификации в том числе, потому что сама программа нового, ну, вот этого роста, она должна будет предполагать активное включение в эти компетенции. ЕКС – это три позиции обязанности знать и требования квалификации, а профстандарт – это варьирование, причем самое главное – это последнее. Это другие характеристики, которые каждой образовательной организации могут вноситься применительно к каждой программе, каждой направленности. И это значит, что система аттестации, она абсолютно поменяется, и поменяется система повышения квалификации. Что на самом деле очень сильно повлияет на все эти изменения, касающиеся вопросов, которые мы обсуждаем. Профстандарт, о которых говорила Ангелина Викторовна, национальная система учительского роста, с которого начал Сергей Геннадьевич, и нацпроекты, которые касаются изменений в отношении педагогических работников и в отношении требований к качеству образования, в отношении детей. И поэтому на самом деле сегодня мы находимся на абсолютном переломе и отчасти не готовы дать ответы на все вопросы. Спасибо большое. Коллеги, обратите внимание, логика развития системы оценки компетенций и аттестации учителей связывает, как мы слышали это довольно отчетливо, оценку с результатами учащихся. Согласитесь, я думаю, что это достаточно очевидно, что ситуация в дополнительном образовании в отношении объективности оценки учащихся, оформленности этой оценки существенно отличается. Мы видим разнообразие программ, мы видим, что нет тестовых процедур, экзаменационных процедур за небольшим исключением. И нам действительно сложно себе представить, а как можно на основе оценки результатов учащихся, с которыми вы работаете в своих программах, в своих кружках, секциях, выстраивается оценку компетенций. Какие здесь возможны альтернативные варианты? Возможно ли оценка компетенций, построенная на других основаниях? Я знаю, что в Ярославском институте развития образования такие попытки предпринимаются, а поскольку, как мы уже заметили, Ангелина Викторовна очень плотно работала с профессиональным стандартом, они также увязываются, собственно, с тем, что прописано в стандарте. Ангелина Викторовна, что это за подход и как вы видите его перспективу? Уважаемые коллеги, на самом деле я в системе дообразования всю свою жизнь детей, несмотря на то, что как бы в других сферах работаю. И насколько я помню, мы всегда задавали себе вопрос, вот как оценить педагога дополнительного образования, да? Что взять за основу этих показателей, критериев, что, чем мы можем демонстрировать наш результат, потому что мы всегда опасались устойчивости нашей системы и так далее. Поэтому вот сегодня с выходом, скажем так, профстандарта и, может быть, с тем, что взгляд на наше продвижение, на карьерный рост, на развитие стал немножко другим, мы думаем о том, на самом деле, как нас оценить. Но мы говорим уже сегодня о том, что показателем нашего результативности являются, естественно, дети, да, и их достижения, ну, я бы не сказала предметный результат, это сложно оценить здесь, у нас больше там 2000 предметов, которые мы реализуем. Наверное, это такой отстроченный наш результат, да, опосредованный, я бы так сказала, результат нашей деятельности. Для того, чтобы его получить, мы должны продемонстрировать свой профессионализм. И вот в связи с выходом профстандарта и в связи с необходимостью оценивания компетентностей, которыми овладел педагог, вот в этом русле сейчас ведутся разработки. Ну, во-первых,
Я бы хотела немножко развести понять очень коротко. В компетентном подходе много разных определений. Мы для себя в своем понимании, и, в общем-то, нам стало многое ясно, понимаем, что компетенция – это то, что задается к нашей деятельности. И, в частности, трудовые функции профессионального стандарта – это есть те компетенции, которые государство предъявляет нам как требования к нашей профессиональной деятельности. А компетентность – это освоенная компетенция, это уже способность и готовность человека свою профессиональную деятельность осуществлять. И поэтому, вот связывая эти два понятия, можно говорить о том, что нам нужно понимать, что в аттестации в будущее или в самообразовании, в самооценке или внутри образовательной организации необходимо оценивать, владеет ли педагог этой компетентностью. А что такое компетентность? Вот было назван целый ряд показателей, да? Самое главное там – это трудовые действия. То есть фактически надо оценивать поступки, ведение профессиональной деятельности, способность действовать в профессии. И это очень на самом деле сложно. Поэтому, собственно, как это можно сделать? Через какие процедуры? Для того, чтобы увидеть эти действия педагога, можно наблюдать, конечно, да, но это очень долго, сложно. И поэтому мы пошли по пути создания таких тестов, которые сделаны в кейсовом залоге. То есть мы можем предлагать человеку ситуации, которые он будет разрешать, и в соответствии именно с трудовыми своими функциями, которые педагог должен осуществлять. Вы знаете, вот опять-таки вопрос, вы начали, я сижу думаю, да, как на самом деле единую систему учительского роста или роста педагога, скажем, да, к нам не совсем слово учитель подходит, как ее вообще можно выстроить, поскольку у нас предметные, да, трудно оценить, их много, и это в основном достижения педагогов, да, и в отношении самого педагога это его соответствие чему-то, ну, в данном случае профессиональному стандарту. Поэтому мы можем ссылаться на ряд многих документов, кстати, требований, которые к нам предъявляются. И кроме профессионального стандарта, в частности, вот все залоги государственной политики. Сегодня и проект «Доступное доп. Образование», и национальный проект «Успех каждого», вот федеральный, который сейчас выйдет, да, он тоже задает нам некие требования, которые мы должны выполнить. В частности, связанные с доступностью доп. Образования, с неформальностью доп. Образования и так далее. Тут очень много характеристик появляется, да, которые тоже можно оценить. В общем, мы попытались собрать группу профессионалов и вот такой тестинг для себя изобрели. Там у нас сегодня больше 3000 вопросов, связанных с тремя нашими основными обобщенными трудовыми функциями. Значит, что у нас в деятельности в нашей есть обобщенная функция, связанная с нашей педагогической деятельностью, с реализацией дополнительной образовательной программы, да, с деятельностью по методическому сопровождению и по организационному сопровождению. Фактически должность педагог, методист, педагог-организатор. И на самом деле это дает возможность нам не столько оценить, вот я считаю, что в нашем случае не столько оценка важна, сколько важно определение дефицитов. И поэтому и работодатель, руководитель, и сам педагог должен понимать, чем он владеет, а чем он еще пока не владеет. И поэтому вот учительский рост, вот это наше профессиональное развитие, и мне кажется, оно в большей степени должно быть связано с наращиванием этой компетенции. Знаете, вот это слово, оно у меня вчера осозналось в голове, потому что у меня такое продолжение. Я вчера участвовала в Российской академии образования, собирались вузы, СПО и ДПО, говорили о непрерывной подготовке кадров. И именно о наращивании компетенции речь шла, потому что мы первую компетенцию получаем, компетентность осваиваем в ВУЗе, да, или в СПО, а потом уже начинаем сами расти, внутри организации расти, в ДПО расти. И вот эта линеечка
приращивание, она должна быть очень осознанной. Я понимаю, что это сложно, я вот не готова сейчас ответить, как это сделать. И перед нами, перед системой дополнительного профессионального образования, особенно проблема стоит острая, потому что мы ведь и оценок не выдаем, да, но мы должны понимать, что каждая наша программа, которую мы предлагаем, дает возможность человеку что-то прирасти. А приращивать, вот в нашем случае, мы можем... Мне кажется, психолого-педагогические и метапредметные компетенции, потому что наш профстандарт, он связан с чем? Со способностью проектировать программы, со способностью вступать в коммуникации с родителями или с партнерами, да? Со способностью мотивировать детей, потому что охват, он только на мотивации завязан. Как смотивировать, чтобы дети к нам пошли, да? Он связан с информационной компетентностью, да, потому что мы должны осваивать и новые цифровые технологии, вообще как бы с информацией работать. Он связан с креативной компетентностью, потому что на творчестве все строится, понимаете? И поэтому внутри нашего стандарта, несмотря на то, что там конкретные как бы действия прописаны, программу разработал, реализовал, технологии подобрал, проконтролировал и так далее. Да? Еще очень, очень много вокруг этого есть других готовности и способности, которые наш педагог должен овладеть, которыми, да. Поэтому в нашем тестинге еще есть целый ряд, порядка 9 метапредметных компетенций, которые тоже в кейсовом варианте нами разработаны, и мы предлагаем сегодня людям и программы эти, и оценку пройти. Мы предложили нашим коллегам, на 6 регионов получили доступ к нашей системе, и мы, так сказать, произвели такую оценку дефицитов, скажем так, в целом. И что мы получили? Например, что наши педагоги, чисто педагогической, вот этой нашей обобщенной функцией реализации дополнительных программ владеет достаточно хорошо, потому что наша жизнь заставила уметь программы разрабатывать, у нас нет готовых, да, поэтому мы ее освоили. Немножко хуже мы владеем компетенцией организаторской, и мы не всегда понимаем, зачем нам эти массовые мероприятия, вал мероприятий, мы на них умираем, устаем. И вот, собственно, как показало наше исследование, мы не понимаем сущности массовой деятельности, мы не понимаем, зачем ее делаем, мы просто красоту там какую-то наводим, да, вот надо это нам или нет. Ну и самое западающее у нас методическая компетентность. Несмотря на то, что должность методиста у нас как бы есть, но педагог сегодня профстандарт, он не делит должности. Каждый может свою частичку выполнять. Поэтому методическую компетентность, ее надо развивать. Это позволяет педагогу, во-первых, разработки свои делать, обобщать опыт, передавать другим опыт и так далее. Да, вот это тоже все для нас очень важно. И в целом, на самом деле, такие программы модульные, которые позволяют человеку выстроить индивидуальный маршрут и нарастить свою компетенцию, это, мне кажется, будущее нашей деятельности, и сетевые программы, когда мы объединяемся с партнерами, лучшие свои наработки объединяем в одно, потому что такое поле деятельности доп. Образования огромное, и одна организация не в состоянии его освоить. Поэтому, мне кажется, за модульными и сетевыми программами будущее у нас. Спасибо большое, Ангелия Викторовна. Коллеги, у нас присутствует среди спикеров представитель негосударственного сектора, частная, очень успешная компания «Алгоритмика», которая организует курсы программирования по всей стране. У них мощная интернет-платформа. Мы вчера слышали об их возможностях, об их интересных решениях. Как частный бизнес выстраивает политику в отношении кадров? Есть ли у вас специфические требования к набору, свои процедуры оценки, свои программы внутрифирменного обучения? Мне кажется, этот опыт для нас тоже интересен. Мы всегда в залоге государственных решений в этой области. Но, может быть, точка, так скажем, приложения усилий должна быть смещена на уровне организации. Организация сама может выстроить свои подходы, будучи заинтересованным в качестве предоставляемых им услуг. Татьяна. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу поддержать, на самом деле, коллегу. Мне было очень важно и интересно услышать то, что было произнесено про те компетенции и компетентности, которыми должен обладать педагог для того, чтобы преподавать доп. Образование. Причем от чего мы тут отталкиваемся? Мы отталкиваемся все-таки не от педагога, а от детей. Чему мы хотим научить детей? Наше время стремительно куда-то бежит, развивается, и технологии меняются, предметы меняются. Мы не можем утверждать, что то, чему сейчас мы учим предметы детей, будет востребовано через какое-то время в их будущем.
Да, если мы говорим о программировании, то это та область, которая развивается стремительно и будет явно расти в ближайшее время. Но чему мы хотим обучить детей? У нас на самом деле, когда мы создавали программу и разрабатывали наши цели, чему мы хотим учить детей, программирование — это не главная цель. Мы хотим не научить детей программировать, вот, чтобы они стали программистами. Но дети там, от 8 до 12 лет, какая вероятность, что они реально вырастут, станут программистами? Ну, какая-то вероятность есть, но явно не 100%. Мы хотим детей научить и привить им те навыки, которые им помогут учиться в других сферах жизни, учиться в той области, которую они выберут. Мы хотим, чтобы программирование им помогало в любой области, в которой бы они ни были, но и развивать те навыки, про которые постоянно говорим. Да? Вот часто звучат так называемые 4К навыки. Это коммуникация, командная работа, креативность и критическое мышление. И в нашей программе мы стремимся построить программу и методический образовательный процесс таким образом, чтобы максимально прививать это детям. Но сам предмет программирования и любой другой предмет не может по существу предметно эти навыки детям дать. Это может дать педагог. То есть педагог — это такая центральная фигура в образовании, несмотря на то, что у нас сейчас все цифровизуется и переходит в сети, у нас огромное количество информации, но почему-то мы сейчас с вами не сидим каждый у себя дома и не читаем статьи по этой теме. Да, мы пришли здесь, мы общаемся, но нам нужна коммуникация и опыт. То же самое важное для детей. И роль преподавателя, она здесь абсолютно существенная. И когда мы говорим о том, чему мы хотим обучать детей и как, вот на этой основе мы уже строим то, как мы отбираем педагогов. В чем у нас идет особенность методического процесса? Вот про, вы говорили про как раз методическую компетентность. Дело в том, что мы разрабатываем и онлайн-платформу, обучающую заданиями для детей, и подробные методические указания того, как мы это преподаем детям. И что здесь важно учитывать? Важно, что программа-то может быть одна, а дети разные. И нам надо научить педагогов и прописать методику таким образом, чтобы педагог мог работать в разных группах с разными детьми, с разными потребностями, умел с ними коммуницировать, умел настроить их на креативную работу, умел научить их критически мыслить и общаться, задавать вопросы, учиться, не бояться ошибаться. То есть если педагог не обладает этими навыками сам, он не сможет транслировать это детям. Например, особенно такая вещь, которая касается, наверное, чаще школьных учителей, это боязнь ошибки. То есть у нас в школьной системе ошибки оцениваются негативно. То есть любая ошибка — это минус балл, да? Ну, условно я говорю. Но можно ли чему-то научиться в жизни, не ошибаясь? Нет. Все люди учатся, ошибаются, прощупывают почву, получают опыт. И нам это надо обучать детей, и это надо транслировать детям. И как мы строим систему отбора? Мы выработали со временем свою систему отбора преподавателей. Она выстраивается в несколько этапов. Я прям могу конкретно рассказать, как это выглядит. Понятно, в начале резюме собеседования, где мы убеждаемся в том, что преподаватель может преподавать детям, что он обладает педагогическими знаниями, психологическими знаниями, предметными знаниями. Причем не обязательно педагог должен быть программистом. Мы верим, что педагог с хорошим развитым логическим мышлением способен освоить там, программу программирования для детей до 12 лет. Да? Все-таки мир не стоит на месте, мы развиваемся, учимся и продолжаем учиться. Дальше мы даем педагогу входное тестирование. И тут то, что вы сказали про кейсы. У нас одно из заданий входного тестирования, одно идет чисто на предмет. Причем там мы смотрим, если преподаватель или профессиональный программист, да, если у него есть навыки или преподаватель информатики, мы подозреваем, что он справится с этим успешно. Если у нас есть педагог, который не программист, но хочет в этой сфере работать, то мы проверяем, а насколько он готов сам найти материал, обучиться и действовать в этом направлении. Потому что это не менее важно, чем умение. Да? Важно умение программировать, важнее умение учиться и желать это делать. И дальше у нас идет один кейс, где у нас идет задание ученика и стоит задача. Ученик
здесь сделал несколько ошибок. Он написал письмо. Посмотри, в этом проекте ребенок тебе пишет, что у меня получилось вот так, а я хотел сделать по-другому. А как мне исправить вот эту ошибку? И что мы здесь ждем от педагога? Мы ждем, что он, во-первых, сможет исправить эти ошибки, а во-вторых, сможет написать письмо, как объяснить эти ошибки и решение этих задач ученику. То есть что мы здесь проверяем? Мы здесь проверяем не только предметное знание, мы здесь определяем, насколько человек может сформулировать свою мысль понятным для ученика образом, чтобы он смог справиться со своей, с теми задачами, которые перед ним встали. Что происходит дальше? Если педагоги набирают необходимые баллы по нашему этому критериальному оцениванию этих заданий, причем если с первого раза предатель не справился, мы его не говорим «до свидания», мы ему даем обратную связь, даем, может быть, он что-то не понял, даем ему возможность доработать эту задачу. Дальше у нас преподаватель попадает в систему тестового урока, где он проводит тестовый урок по нашим методическим указаниям, с нашей платформой. И тут в чем загвоздка? Если мы говорим про Москву, а мы работаем в Москве, центральный офис, то мы можем организовать это сами, выехать на место или организовать себя в офисе. Но мы находимся в более чем 80 городах России и в десятке стран. И педагогов, контроль, как набираются педагоги, мы контролируем из центрального офиса. Мы сами методисты по работе с преподавателями. И нам важно оценить и тех педагогов тоже, потому что педагоги — это, по сути, лицо компании. Да, дети, родители, которые приходят на занятия, они не видят методистов, они не видят разработчиков, они видят педагога, они видят, как они общаются с детьми, как дети на них реагируют, какие впечатления вызывают. Поэтому нам важно это контролировать, этот процесс. Поэтому все вот эти тестовые уроки записываются на видео и высылаются нам. И мы просматриваем, и тоже даем обратную связь. И там мы смотрим, а может ли этот преподаватель понять то, о чем мы пишем? Может ли он транслировать те принципы обучения, которые мы закладываем в программу обучения? Готов ли он выстраивать дискуссию с детьми, вызывать их на общение, инициировать их вопросы, а не скатываться к лекции? Да? То есть как только дети слышат подряд больше 3 предложений, они начинают зевать. Детям нужна активность, и в образовании, в обучении должна быть активная позиция ученика. Если этого нет, то ученики куда-то уплывают в свои мысли далеко и надолго. И есть тоже ключевые моменты, которые мы смотрим в этом тестовом уроке. Насколько преподаватель может сформировать на уроке понимание детьми, выявление их тех сущностей, которые они делают. То есть мы не даем знания напрямую, мы говорим, вот такой-то термин, вот так его применять. Нет, мы ставим проблемный подход, мы даем детям проблемную ситуацию, чтобы они захотели и чтобы у них была необходимость получить новые знания, потому что они с предыдущими знаниями не могут решить текущую задачу. И если педагог с этим справился, и активность учеников была, и если дети смогли сформулировать и обобщить тот опыт, который они получили в процессе, без прямого руководства детей, то мы считаем, что преподаватель справился. Дальше он попадает в систему обучения. У нас идет большая, я быстро завершу, идет большая поддержка преподавателей. Мы проводим обучающие вебинары, мы собираем постоянно обратную связь. После каждого урока преподаватели нам присылают свои комментарии и по методике, и по детям, по преподаваниям. У них есть возможность написать методисту или психологу, и мы решаем их вопросы частные, которые у них возникают. У них есть сообщество преподавателей, которые тоже общаются. Тоже очень важно, когда они поддерживают друг друга, делятся опытом и получают какие-то новые решения. И я, наверное, буду завершать. Есть какие-то конкретные вопросы. Мне хочется очень многое рассказать. Например, что у нас это действительно время для нас очень интересно. Татьяна, мы редко видим возможности познакомиться с опытом частных компаний. Как мы видим, они в ряде случаев похожи, а в ряде случаев отличаются. Мне кажется, этот диалог очень продуктивен для нас, но мы близки к завершению, и мне бы очень хотелось, для нас это очень важно, вовлечь наше обсуждение слушателей. Итак, несколько фактически развилок, на которые мы в нашей дискуссии выходили. Нужна ли в системе дополнительного образования система
система педагогических должностей, аналогичная тому, что входит в систему учительского роста. Что является ориентиром для оценки компетенции педагога? Результаты учащихся или его компетенции, оцениваемые с помощью тестов или наблюдаемые, как мы видели из этого очень интересного примера, с помощью видеоуроков? Какие практики профессионального развития соответствуют возможностям и требованиям, зафиксированным в новом профессиональном стандарте? Уважаемые участники нашей дискуссии, пожалуйста, кто бы хотел коротко высказаться, какое ваше мнение? Может быть, какие-то практики в ваших организациях, в районах республики? Здравствуйте. Топольникова Наталья, доцент кафедры педагогики и психологии Института развития образования. Вот мы рады вас приветствовать в нашем славном городе Уфа. В свою очередь, коллеги, хочу сказать, что ежегодно в Ярославле проходит очень шикарный образовательный форум, да, тоже очень продуктивный, поэтому, с вашего позволения, приглашаю коллег в Ярославль. Да. Вот вопрос оценки компетенций нас волнует очень, коллеги, как вы понимаете, особенно нас, кто реализует программы повышения квалификации педагогов дополнительного образования. Вот, в частности, мы этим вопросом занимаемся. И мы изучаем и национальную систему учительского роста, пытаемся выстраивать какие-то индивидуальные траектории для повышения квалификации педагогов. И на самом деле, как оценить, большой вопрос. То есть мы, конечно, придумываем какие-то тестовые задания, ну, в общем, что-то мы делаем, конечно, да, но на сегодняшний день это малоэффективные инструменты, это однозначно, то есть непонятно, что оценивать, да. И вот мы тоже сказали, продуктивность как оценивать. То есть у того же педагога дополнительного образования сидит ребенок, да, которого, извините, он месяц учил два стежка делать, и это достижение, да, правда ведь, да? А кто-то, ну, я не знаю, за месяц там, не знаю, что-то там шил, и это тоже достижение. То есть это все очень индивидуально. И у меня, собственно, вопрос. Вот эти кейсы, которые вы разработали, да, как бы нам, педагогам республики, их получить и посмотреть, потому что нам это интересно. Спасибо. Олег, если можно, коротко, да? Коллеги, ну, они в стадии разработки, мы сейчас опробируем, не хочется сырой продукт делать, да? У нас сейчас идет разговор с нашим министерством, с нашим департаментом о том, что мы все-таки организуем какую-то работу, чтобы можно было ее распространить дальше. Если вы хотите частным образом включиться в наше вот такое пилотное исследование, у нас есть 6 регионов, подойдите, я вам визиточку дам, и мы с вами решим этот вопрос. Спасибо большое. Есть ли еще суждения или вопросы, уважаемые коллеги? У нас остается буквально немножко времени. Добрый день, Виктория Майорова, Самара, Центр внешкольной работы ПАРУС, методист. Один из показателей эффективности работы нашего педагога и уровня его компетенции, это, наверное, как мы уже говорили сегодня, участие в конкурсах профессиональных в том числе и в частности, в конкурсах методической продукции. Вот на наш взгляд, проблемным вопросом является малое количество профессиональных методических конкурсов, проводимых именно на официальном уровне, на фоне огромного количества конкурсов, интернет-конкурсов платных, на что очень часто покупаются наши педагоги, и это не является показателем уровня их компетентности. Спасибо огромное. У нас есть прекрасная возможность ответить. Здесь присутствует Оксана Валерьевна Гончарова, руководитель Всероссийского центра художественного творчества, чей конкурс, вот запущенный в довольно короткие сроки, как мне кажется, сегодня уже оказывает огромное влияние, как минимум в рамках программ художественной направленности. Будьте любезны. Уважаемые коллеги, спасибо. Ну, наконец, от требований перешли к возможностям. Тема дискуссии была. Действительно, методических конкурсов грамотных мало. И мы сегодня долго говорили про панораму методических кейсов, которые учить конструировать, разбираться, создавать программные команды учреждений по управленческим кейсам, методическим кейсам. Это одна из наших компетенций. Это качественный конкурс, официальный Министерство образования, и мы вас туда приглашаем. Но два слова скажу о том, к чему конкурсы, чем являются конкурсы для педагогов, потому что мы провели исследование, и я оставлю, кстати, презентацию, у меня полностью по исследованиям есть. Конкурсы, каждый педагог в них находит свое. Кто-то идет за самовыражением, а кто-то идет за карьерой, кто-то идет за горизонтальной карьерой, кто-то за вертикальной. Является ли конкурс
возможностью карьеры и возможностью повышения квалификации. Это то, на что они направлены. Данные конкурсы сейчас, которые существуют в стране, они решают каждую из этих задач в небольшом количестве. Небольшое количество педагогов после участия в конкурсе. У меня есть статистика, мы поделимся презентацией. Часть конкурсантов уходит в вертикальную карьеру и из педагогов уходит в менеджеры, ну то есть заместители директоров, директора и так далее. Часть уходит в методисты, но система отслеживания карьеры, система потом мотивации педагогов после... Рост идет до конкурса. Когда учитель готовится к конкурсу, у него идет рост, повышение квалификации, все. Учитель поучаствовал в конкурсе, и дальше хорошо, если как в американском конкурсе, национальном учительском конкурсе, абсолютный победитель, потом целый год освобождается, за ним сохраняется зарплата, место и все привилегии, но он целый год является голосом учительства, он ездит по стране, ведет большую общественную, политическую деятельность, но там карьера не делается на конкурсах, но есть вот такая история. Наш конкурс «Педагогическое сердце отдаю детям» в равной степени влияет на горизонтальную карьеру и на вертикальную, но если здесь приложить усилия. В этом году мы все критерии переделали под профстандарты. И теперь этот конкурс является, подготовка в этом году, очень большим повышением квалификации. Чтобы в нем участвовать, нужно было проштудировать профстандарт и каждое свое испытание разложить на вот эти вот это повышение квалификации. Если мы в регионах научимся потом использовать своих победителей, транслировать опыт, уважать, создавать клубы и как кадровый резерв делать единый реестр победителей и понимать их, видеть и иметь для соседних регионов и с этим работать, то это будет, безусловно, инструментом и повышения квалификации, и карьерного роста. И это вопрос, который мы можем в нашей рабочей группе дальше проработать и продвинуть. Тогда это будут настоящие конкурсы. Методически есть конкурс педагогического мастерства, есть конкурс министерский. Ну, наверное, еще возникнут конкурсы в новых форматах, каких-то очень технологических, но это параллельно с... И это будет возможность для профессионального роста. Спасибо. Спасибо большое, Оксана Валерьевна. Уважаемые коллеги, мы видим, что действительно шаг в эту сторону от требований к условиям, к возможностям делается. Появляются модульные сетевые программы, как, например, программы Ярославского института развития образования. Появляются конкурсы, как замечательный конкурс методических кейсов Всероссийского центра художественного творчества. Я думаю, что, вот мое личное мнение, в этом и перспектива, разнообразие возможностей. Фактически профессиональный рост – это платформа, на котором разные организации, коалиции, ассоциации педагогов дополнительного образования, организации дополнительного образования предлагают свои варианты. Это не жесткая вертикаль, и это не такая рыхлая, неструктурированная совсем горизонталь. Но действительно работы еще впереди много. Я желаю вам, уважаемые коллеги, чтобы у вас у всех присутствующих педагогов-преподавателей открывались бы новые возможности профессионального роста, вы могли бы реализовать их и полученные знания, сформированные компетенции использовать во благо наших детей. Благодарю, уважаемые спикеры, за участие в дискуссии. Благодарю вас, уважаемые слушатели. И приглашаем вас оставаться в нашем зале. У нас несколько интересных мастер-классов. А без 23 будет презентация карты образовательных проектов. Еще вокруг нее мы построим, на мой взгляд, очень любопытную дискуссию. Оставайтесь с нами. Благодарю вас.